Значит, он в интернете. В смысле, сюжет он пересказан в песне, но кратенько о времени. Это было в то время, когда мобильная связь была очень дорогая, но операторы первые несколько секунд давали бесплатно. Ну, вот, собственно говоря, данный оператор давал 10 секунд бесплатных. Жила-была баба Нюра в глухой деревне одна. Как она жила, непонятно, и почему-то всем хотелось добра. Но немощна старушка, чем она может помочь? Она над этим вопросом думала день и ночь. И тут в глуши появилась первая мобильная связь. 10 секунд бесплатных дали старушке шанс. Шанс позвонить и поздравить, и может даже помочь своим добрым словом чужую боль превозмочь. Здравствуйте, это баба Нюра, с медовым спасом вас. Не забудьте взять зонтик, обещают ливень сейчас. Так она и звонила, поздравляла, желала, любила. Каждому доброе слово от сердца к сердцу дарила. И как-то так получилось, ее весть всем полюбилась. А может, она молилась обо всех, кому дозвонилась. Здравствуйте, это баба Нюра, с Рождеством Христовым вас. Одевайте, пожалуйста, шапку, очень холодно сейчас. И все бабу Нюру знали, и каждый ждал счастливый звонок. А некоторые даже уверяли, что ее звонок им помог. Баба Нюра была как солнце, ее речь светла и тепла. До последнего вздоха она радость дарить могла. Здравствуйте, это баба Нюра, поздравляю с Пасхой вас. Улыбнитесь солнцу, дорогие, ведь солнце светит для вас. Так пусть не угаснет слово и не пропадет тепло. А кому она не звонила, пусть сейчас услышат ее. Здравствуйте, люди дорогие, поздравляю с жизнью вас. Улыбнитесь солнцу и друг другу, всем, кто с вами здесь. Спасибо. Здравствуйте, вновь прибывшие. Я их знаю. Ну, в честь вновь прибывших. Некоторые из них знают эту песню, я сразу ее спою, если хватит голоса. Некоторые решения. Называется «Люди разного цвета». Души разного цвета ходят по белу свету. Есть души цвета весны, а есть вечная зима, цвета чернильной кляксы или крапивной масти. Кто ты, какого цвета, часто решаешь сам, но перед Богом свой цвет не скроешь, у каждого цвет. По делам все люди разного цвета, есть люди цвета лета, зелени моря, небо, залитого солнцем света. Кто ты, какого цвета, часто решаешь сам, но перед Богом свой цвет не скроешь, у каждого цвет. По делам люди меняют окраску в зависимости от положения, в зависимости от окружения и даже от освещения. Кто ты, какого цвета, часто решаешь сам, но перед Богом свой цвет не скроешь, у каждого цвет. По делам есть люди цвета радуги, а есть цвета дождя. Есть люди цвета осени, а есть под цвет февраля. Есть люди цвета злости, а есть цвета добра. Люди весны и тепла, цвета любви и тепла. Люди цвета любви, люди цвета тепла. Люди цвета любви, люди цвета тепла. Так кто ты, какого цвета?
хоть и решаешь сам, но перед Богом свой цвет не скроешь, у каждого цвет. Желаю всем правильного цвета людей в окружении. Спасибо, Люда. Я прям почувствовал вот это вот. Сейчас будет песенка, называется «Принц и принцесса» в датском королевстве, в котором, как известно, что-то неладное творилось, как говорил Шекспир. Цинизма и точный расчет. Вы засылайте концо со свирелью. Обещает царь принцессу, дочь, приданное и новоселье. А принцессе не нужен принц, а принцессе подавай коня. Странная она у нас, ой, бедовая. Слыхают в соседнем королевстве, посылают жениха к той принцессе. Да не просто жениха, а сыночка золота мешочка. А принцу не нужна принцесса, у него и так есть королевство. Ему хочется веселиться и дурачиться. Паники и царь, и царица, принц не хочет жениться. В панике король и королева, а принцессе нет до свадьбы дела. А принцессе не нужен принц, а принцессе подавай коня. В датском королевстве жизнь у нас веселая. Либо ногти, ну что-то тут с боем не то, ну, в общем, такая песенка. Сейчас будет загрузочек немножко. Называется «В сторону солнца». Он шел в сторону солнца, оставляя за спиной все тени. Наперегонки с ветром он выходил на волю. Он выходил на волю из-за стенков печали и выбирал радость, и делился ею со всеми. Он на вопрос, как дела, отвечал всегда, все в порядке, и думал в сторону солнца, давай, брат, пойдем со мной. Чудак, не видишь, солнце всегда заходит. Да и когда на небе неясно, куда идти, утром оно на востоке, оглянуться не успеешь. Уже ушло на запад, да и зачем нам гнаться за ним? Чудак, ты упрямец, и нет в тебе никакого проку. Сдалось тебе это солнце, расслабься, забудь, отдохни. Пойдем лучше выпьем пиво, а хочешь, махнем на рыбалку. Есть много прекрасных занятий, чем бегать за солнцем твоим. Бегать за солнцем твоим. Но он как будто не слышал, а однажды в полдень солнце остановилось.
точно над его головой. И вверх по отвесному свету он пошел в сторону солнца, прямо до самого солнца, и солнце отныне с ним. Когда раскрыт будешь ветрам, помни, что есть те, кто лежалить готов, и сам бойся не принести плодов. Помни, что есть те, кто лежалить готов, и сам бойся не принести. Слово «вечность» безупречно пусть соберет и
точно Олеся Консаренко открыла наше закрытие. Вот открыла нашу Америку. Вот мы тут собрались в замечательном месте. Спасибо этому месту. Алексей Воронин уже здесь должен быть. Да. Да. В библиотеке Достоевского. Здесь мы уже провели не один концерт. И очень благодарны этому месту, особенно тем людям, которые здесь работают. Это редкие случаи, когда люди пытаются заниматься действительно культурой. Вот.